Несколько дней назад, ну где-то дней 10 назад, моя подруга Марина меня привезла вот на это озеро. Ну как привезла? Она мне сказала: приезжай до моста Санта-Миран-Брюке, там мы с тобой встретимся, оставишь велик, и мы с тобой пешком дойдем до озера. И вот мы пришли к этому озеру, мне так понравилось, так великолепно. Так, не только есть место, где покупаться и позагорать, тут лавочки, вот люди тут приезжают, тут прям стоянка, на машине можно приехать, вот, и посидеть, полежать, что хочешь, с детьми, место очень хорошее, там вода максимум, ну, до середины дойдешь, по грудь будет, вон, купаются, вот, ну, и еще и Биргартен есть, можно и покушать, и посидеть, туалет сходить, то есть все вообще сделано шикарно. Мне очень понравилось. Мы те выходные вот с мужем туда ездили, а сегодня он говорит, вернее, я утром говорю: давай опять на озеро. Он говорит: нет, что это все одно и то же озеро, давай какое-нибудь другое. И вот мы сегодня едем на другое озеро. Куда приедем, не знаю, потому что он мне говорит: увидишь. Сейчас доедем до лагеря, где размещают этих беженцев, оттуда я тебя привезу. Ну, он, как всегда, он любит так, чтобы я ничего не знала, как сказки: чем дальше, тем страшнее. Вот так. Всем привет из Мюнхена. Буду рассказывать.